О, ладно, ты сбежала? Да! Да ладно! А можно как-то Ёша из диалога выкинуть и поговорить? Я думаю, я не договорила! Да попасть! Всем привет, котята, меня зовут Лана, и сегодня мы с ребятами решили продолжить играть во Флиза Фасилити, потому что мы играли, и нам очень-очень понравилось. Привет, ребят! Привет! 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 Да, мне очень понравилось, давайте продолжим скорее! Давайте, все готовы? Да! Ух, мне не терпится побыть монстром! Кстати, у Ёши первый уровень, а у нас у всех второй. Ну, Ёша же всех ловил и так и не доловил. И щадил, да, и щадил немножечко. Да, еще мы забыли выбрать карту, поэтому у нас выбрался аэропорт. Но я, в принципе, не против. Мне очень понравилось на этой карте, несмотря на то, что Ёша меня там прикончил, когда мы играли на канале у Ульяны. Но ничего. О нет, я выжившая. Я выживший. Да, я тоже. Ева. Да. Ребят, а я тут монтировку нашла. К сожалению, я не могу ее взять. Но выглядит просто шикарно. Я забыла, что нам нужно искать компьютеры, только нет. Я думала, монтировка, как круто. Вы не представляете, я только проснулась и сразу нашла компьютер. Это прям везение века. И я нашла компьютер, только зачем он мне? Тебе? Ну, ты можешь около него караулить нас, например. Скажите, пожалуйста, я от первого лица, да, должна быть? То я что-то как-то смотрю, это страшно выглядит. Да, я с тобой согласна. К сожалению, мы не слишком хорошо знаем эти карты, поэтому сейчас это похоже просто на бег и открывание дверей. Я понятия не имею, в какой стране компьютер, кроме того, который сейчас хакает, наверное, Ульяна. Да, уже почти. Отлично. Зачем я об этом говорю? Зачем? Нет! Что такое? Так, ага. Привязалась, да, все? Да, привязалась. Ладно, тащи меня. Отлично. А я могу как-то. А я не вижу тебя, Лана. Да подожди, она меня еще тащит. Ёша, уходи! О боже, ты успел его взломать? Нет. Так, все в той стороне, пошли обратно. Нет! Готово. Ну брось меня! О! Я убежала! Это как так? Да. Ой. А ну стой! Ой, да ладно! Почему она бегает быстрее? Брось меня! Так, как тебя привязать? Ну вот ты привязала уже. Зачем я тебе это говорю? Давай, Ева, смотри, у тебя будет время. Я компьютер взламываю. Ева, не хочешь? Да. Отлично. Ева. Ой, кстати, вот монтировочка опять моя. Ева, ну посмотри на меня, ну Ева. Ева, так, еще немножечко, чуть-чуть. И я успею. О, ладно, ты сбежала? Да ладно! Мне кажется, Ева меня очень хочет прикончить. Так, и как? Ну, ты как-то подходишь? Как тебя забрать? Да что меня пинаешь вообще, Ева? Ну ты не привязываешься. Может быть... Оу, это я пытаюсь так от тебя упорхнуть? А, все, пошли. Нет! Ёши! Нет! Какие люди! Нет! О, так, да. Ладно, смотри, вот, я тебя спас, смотри, я тебя спас. Спасибо, Ёши, спасибо, я этого не забуду. Если бы только я нашла еще компьютер где-то, это была бы не напрасная жертва, а так, ну... А я не могу найти... А, вот. Я хочу сказать, что это не аэропорт, а какой-то лабиринт. Это просто вот... Да. Так много дверей, непонятно куда идти, ужас. А как посадить? А никак, Ева, не надо сажать никуда. А ну стой! Нет, подожди, да я хоть сбегу, ну это ж нечестно. Что происходит? Нет! Вы что, где-то рядом? О боже. Ну как привязывать-то? Какой Расскажите, кошмар. Пожалуйста, как садить в эту колбу? Никак, не говорите, никак. Я могла сказать, но не хочу совсем. Ева, все догадывались сами, давай тоже догадывайся сама, это будет верно. Честно. Так, где-то промелькнула Е, но у меня не получается. Да, на самом деле прям подсказки есть. Да. Так, ну. Где Ёши? Ёши сбежал! Ёши передо мной двери закрывает. Отлично, Ёши, давай. Кстати, пока там Ёши закрывает двери, я плутаю в лабиринте, Ульяна, по-моему, взламывает компьютеры. Я, да, пока вы принимаете удар на себя, уже взломала два компьютера, остался один. Это очень круто. Но я никакой удар не принимаю. Ой, подожди, я видела твой хвост. Да, это я здесь. А вот, я тебя я вижу сзади. Я просто кругами уже хожу. Ну, в смысле? Привет. А как ты меня видишь? Ты меня видишь или что? Я тебя не видела, я просто шла... Просто Какой шла. Какой кошмар, ребят. Ёша, по-моему... Ну, мы попробуем тебя спасти, конечно.
Но я не знаю, насколько у нас это получится. Ульяна, где ты находишь компьютер? Я ни одного не видела, вот честно, вообще ни одного. Я не знаю, я не знаю, это как-то само собой получается. Может, это они тебя находят? Возможно. Да ладно, ну серьезно. Ой, ладно, ладно, я нашла, ладно. Да? Да, спускайся вниз, куда ты пошла наверх, спускайся вниз. Давай сама взламывай уже, наверное, я поищу другой на всякий случай. Ой-ой-ой, я вижу. Ой, и кстати... Я отвлеклась. А, это видит и Ева тоже. Да. А я сбежал от Евы, похоже. Да. Ура. Похоже, сбежал. Почему этот значок не исчезает? Это нечестно. Какой-то запутанный очень. А я только что испугалась своего собственного хвоста. Нет! Нет. Что, тебя поймали? Так, привязалась? Нет. О, как? Нет, но Ева думает, что да. Так, привязалась. Кстати, Ева, ты кое-что не заметила прямо за поворотом. Ой, Ёша, не пугай. Серьезно, там был? Нет, 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 ничего там не было, Ева, ничего, ничего там не было. А мы все, мы можем сбежать. Да. Так, ну подождите, надо, чтобы я тоже могла сбежать. А ты где? А тебя поймали? Да. Так, ну нечестно. Я же убежала от Евы. Ева даже не заметила этого. Я заметила, я возвращаюсь, бегу за тобой, вот. Так, а где ты, Лана, где ты? Я далеко, я не знаю, где я. Нет, нет, мы только открываем. Мы возле двери стоим. Все, я открыл дверь. Ева меня просто избила молотком. Ой, осторожно, осторожно, Ульяна. Пошли. Меня. Уходи, уходи, Ульяна. Ульяна! Все, уходим. Нет. Что? Я ушла, я испугалась и ушла. Нормально, нормально, нормально. А кого брать? А что делать-то? Ничего, надо дождаться пока. Вот, убегай, убегай, убегай. Лана, куда ты бежишь? Убегай в другую сторону. Я тебя жду, чтобы ты выздоровел тоже. Выздоровел? Я пока болею. Ладно, отстань. Выздоровел, убегай уже. Нет, я тебя спасу, Ёша, подожди. Нет, не спасешь. Главное, ой, какая Ева безжалостная. Я не могу, ну дайте хотя бы мне посадить. Мне не получается. Хватит пинать Ёши. Ёша, давай, ты скоро сможешь убежать, пойдем. Нет, она стоит рядом со мной, поэтому нет, так что... Все, сбегай, ладно, да, сбегай, ты сбегай. Да, сможешь. Ёша, пойдем. Нет. Ёша, убегай. Ёша. Ёша, стой. Ладно, ладно, убегай, ладно, все хорошо, ладно, убегай, давай, давай. Уходим? Ладно. Да, уходим. Отлично, уходим. Нет. Так. Ты ушла, Лан, ты ушла? Я ухожу, я сейчас здесь, О, уходим, давай, давай, Ёша, пойдем. Да! О, это было легко, да. А вот и Ева пришла, привет, привет, Ева. Фух, видишь, Ёша, хорошо, что я тебя не бросила. О, да, спасибо. Кошмар. Так, отлично. Просто кошмар. Я не могла вас даже дотянуть до... колбы ближайшие, их просто не видела. Ты даже никого, по-моему, ни разу в колбу не посадила. Да не посадила, потому что невозможно было. Пойдем выберем уровень. Так, пойдемте выбирать карту, да-да-да. Ой, а давайте выберем тюрьму. Давайте. Ух ты, давайте. Прикольно, очень темно, но ой, можно подойти и посмотреть прям вот так вот на эту карту. Прям влезть в нее и выглядит так, как будто вы уже там. О, ага. И правда. Такое эффектное 3D. Да, а Ёша, а ты где? А ты что, карты я не выбираешь? Прыгаю. А? Ты что, не да. С нами, что ли? Я просто оставил это дело вам. Почему бы и нет? Мне кажется, что сейчас Ёша будет убийцей. Вот что-то мне это подсказывает. О, я буду безжалостным. Я никого не буду щадить. Нет, я всего лишь выживший. Ульяна? Да. Ой, подождите, я нашла туалет. А, или душ. А тут могут быть компьютеры, как вы думаете? Ну, очень вряд ли. Нет, там их нет. А ты что, уже посмотрел? Да, я глянул. Слушайте, это какая-то разрушенная тюрьма, по-моему. Тут разбитые стекла везде. Да-да-да. Ой, шкаф. Да. А я выход. Ой, Ева, привет. Нет. Мне так неудобно играть от первого лица, просто совсем. Ой, привет, Ёша, я тебя вижу. Ты в качалочку пошел, да? Ой, привет, привет. Привет. Да, я такой тут. Ага, неплохо, неплохо. Очень удобно, что я не знаю эту карту, не знаю, куда идти.
капсулы где находятся совсем. Мне кажется, Ева сейчас не отстанет. Да. Они тут натыканы вообще везде на самом деле. А? Да, что и, собственно, ожидалось. Юша, ребят, как вы компьютеры вообще находите? Я ни разу в этой игре вот сегодня не смогла найти компьютер. Да не знаю, просто хожу и нахожу. Нет, Ульяна! Да-да-да-да-да-да-да-да! Пойдем. О, нет. Нет, ребята. Нет, Ева, что ж тебе так не везет? Ты уже в колбе? Почти. Ну, пока нет, я тут ее нашла, а потом потеряла, ну, в общем, да. Ульяна, я уже компьютер один взломал, ты как бы про меня не забывай. Да, я вижу. Ого. Помогите. Все, я пошла. Ева. Помогите. Подожди, не замерзай. Срочно кто-нибудь. Сейчас. Ладно, сейчас, ты идешь спасать Еву? Я не скажу тебе, потому что... Привет! Ах ты хитрая Ульяна! Да-да-да. Пощади хоть кого-то там. Нет, тут нет дверей, даже нечего закрыть. Нет, только не это, пожалуйста. Нет, ты не успеешь. Ева, выходи! Что? Нет, и колба рядом! И никто тебя не спасет. И еще целых 3 компьютера. Наверное. Или спасет. Возможно. Может, все-таки спасет, ребят. Очень холодно. Очень? Я замерзаю. Насколько очень холодно? Очень холодно. По 10-бальной. Так, чья-то пятка только что. Пятка? Пятки холодно. Да-да-да. Давай. Спасибо тебе, пятка, спасительница. Куда? Вы прям так разговариваете загадками. Я даже не поняла, что вы о чем вы говорите. Ёши, ты еще ни разу не был в клетке. Я даже не хочу. Ладно, не буду брать с собой. Я возьму тебя. Стой, стой. Нет, подожди. Нет. Только не это. Не надо было говорить, что меня спасли. Не надо было говорить. О боже. Господи. Куда ты меня ведешь? Ты хочешь посадить меня в тюрьму прям? Другое место. Я хотела. Я вообще сначала не поняла, что это камера, если честно. Ладно, привет. Нет, Лана, ты я что? Я думала, что она меня не заметит. Да куда ты попрыгала от меня? Не прыгай! Нет! Куда? Нет, я очень хочу скакать! Нет! О боже! Ева там одинокая взламывает компьютер. Ева, спасай кого-нибудь быстрее! Я совсем забываю о том, что убийца может бегать быстрее. Так, стоп, куда? Нет! Спасибочки! Отлично! Ребята, а теперь компьютер, еще целых 2 штуки. Да. Ой, осторожно, Лана, осторожно. Я закрыла дверь. Это ненадолго помогает, Лана, уходим! Уходим! Лана! О боже! Да вы такие быстрые! Вроде по второму этажу можно уйти! Ёши, как ты так это делаешь? Боже мой! Ёши, включилась сигнализация? Я такой, да. Кошмар, ой, за мной бежит Лана. Ой, Лана, нет, Лана за мной не бежит. Какая Лана? За мной бежит Ульяна. Ребят, я вообще не вижу компьютеров. Так, ты куда делся? Меня нет. Куда ты делся? Я тебя потеряла. Скажи мне, зачем я тебе? Вот только честно. Как вы находите компьютеры? Я понимаю, как можно найти игроков, как можно найти, но я, по-моему, бегаю одними и теми же кругами, еще ни одного компьютера не нашла. Куда? У вас как, уже один остался? Подождите меня, что? А я хочу вас посадить в клетки. У меня ведь так хорошо получалось. Нет. Ну я нахожу, но это все не те компьютеры, их не получается взломать. А, вот один уже взломали здесь рядом. Знаете, будет очень смешно, если ребята будут смотреть это видео и увидят, что я пробежала мимо всех компьютеров, мимо которых могла. Слушайте, а вы правда, я правда не могу найти этот последний компьютер. Я просто бегаю кругами, ребят, серьезно. Привет, Ева. О боже! Идите ко мне, этот компьютер надо доломать, чуть-чуть осталось. Мы видим, но как мы тебя сможем спасти, если там Ульяна? Ульяна меня уже утащила. Лана. Подожди, здесь был компьютер, вот этот? Ребята, быстрее, я скоро уезжу. Нет, Лана, она рядом. Лана, стой, Лана, не смей. Лана, не смей. Ой, подожди секунду. Спасибо! Нет! Тебя тоже забью. О боже!
Я закрыла же двери! А, твоих! Твоих! Я не дам вам сбежать, не дам! Я же закрыла двери! Так, а как мне вас воскресить? Как воскресить? Да, двери закрой! Подождите, а почему вы не прицепились ко мне? А-а-а, надо было двери закрыть! Ёжи, я! Ой, я не надлажала! Что происходит? Ого! Ого! Так, нет! Ева, ты как? Ева, так, подожди, кто эти? Я уже ожила, Двери открыли, так. Ну, пока еще не открыли. Ёжи, аккуратно! Господи, я так вжалась в кресло. Бегите! Ребят, бегите! Не тронь меня, Ульяна, не тронь! Я не знаю, за кем идти. Не иди ни за кем. Ребят, сейчас я попробую сделать все, что я могу. Нет, там Ульяна! Да, я тут. Один выход открыт, и, по-моему, я сейчас буду убегать и не ждать вас, потому что она слишком близко. Пойдем. Убегай. Ой, у меня же есть суперфункция. Что? О, ура. Подожди, как? Я убежала, но в последний момент Ульяна меня пристукнула, но я убежала. Да, я слышал, да. Да, я тоже об этом думала. Так, Ева! Так, подождите, хорошо, у меня осталась Ева. Ева осталась. Ева, подожди, давай. Ты куда убежала? Вперед или влево? Подожди, Ева. Ева. Почти, ура! Ура! Сегодня очень не везет нашим ловцам. Ну что, побежали быстренько, выберем карту и последний раз попробуем. Я очень хочу быть убийцей. Я, ну просто, ну очень хочу. Так, это что у нас такое? Какой-то объект, аэропорт. Ой, давайте вот сюда. Это аэропорт, Ева, нет, давайте вот этого. А, ну ладно, давайте сюда тогда. А это что, а Ёши что выбрал? А давайте 2-2 и посмотрим, что выберется. Давайте. Давайте. Давайте, да, главное, что не аэропорт. И, хотя, с другой стороны, аэропорт мы уже примерно немножечко узнали, и нам, возможно, было бы проще на этой карте. Да, она вообще не проще, она такая запутанная. Ой, лично для меня точно нет. Очень запутанная. Я снова выжившая! Так, я выжившая. Так, ну все, не надейтесь. Не надейтесь, что вы выживете. Все, забудьте о том, что вы можете успеть взломать компьютеры и выйти из этой карты. Все, давайте. Я, в общем, вышел на охоту. Так, мне уже страшно. Это очень страшно, да. Это правильно, что вам страшно. Я уже иду. Ёши, а я тебя спасала. Ну да, да. Ты же помнишь это? А вот Ева меня убивала постоянно. Вот сейчас первая смерть будет, угадайте, чья? Ой-ой-ой. Да, да. Не надо. Нет. А что это у нас тут такое? Что это у нас тут такой красивый? А? Пойдемте. Я нашла первый компьютер в этой игре. Пойдемте. Первый компьютер нашла. За мной. Пройдемте, гражданочка, пройдемте. Так. Нет. Только не... О, какая стоишь, смотри, какая статуя красивая. Стой. Оп. Все, первая готова, первая вот. Девчонки, спасайте меня, спасайте. Слушайте, такие интересные капсулы. Они не знают, где ты, они не знают. Не знают? Знаем. Как? Не говорите! Ага, то есть вы знаете, да? Хорошо, хорошо. А чем вы подсказываете ему? Ёши, уходи. Ёши, нет. Ёши, а что Ёши, уходи. Ладно, отсюда. Я тогда тут посмотрю кого-нибудь. Так, кто у нас он тут? Он вроде бы ушел, но это не да, точно. Да, я ушел. А, мне я ушел нравится. Искать других. Нет, тут никого. Ага, хорошо. Нет никого, да? Никого тут нет, Ёши. Никогошеньки. Чувствуется обман какой-то, нет разве? Нет. Так, а что-то какая-то карта реально большая, странно, не чувствуется. Присутствие, скажем так, взломщиков. Я только что пыталась взломать компьютер, который уже взломан, ребят, вы представляете? Это сильно, Лана, это сильно. Да, это мы взломали. Да, я просто вижу компьютер и начинаю взламывать. Кстати, кнопочка хак-то существует. О, еще один нашла взломанный уже. Да ладно. Что? Да что? Да в смысле? О! Я ударил раза два. Нет, а вот в смысле и нет, если да? А вот и нет. Ничего, я знаю свою цель, не вижу препятствий. Боже, это на самом деле очень жутко. Ой-ой-ой. Я думаю, говорить что-то или не говорить, чтобы не привести сюда. Нет, у меня сейчас нет, Ёши. Ну, почему? А зачем ты компьютер взламываешь, а?
Отвечай. У меня никогда не получалось. Чтобы убежать, так... конечно же. Да, меня он словил и тащит уже. О нет, ладно, мы попробуем выбраться. Я сегодня на стороне выживших, и я буду пытаться всех спасти. Я желаю тебе удачи в этом. Да, спасибо большое, огромное спасибо просто. О, куда? Ну что ж ты, дважды меня уже пристукнул. Так, где у нас тут остальные, а? Рассказывайте. Спасите, помогите. О боже, всё, я сейчас не спасу, не помогу, я знаю, что я сделаю. Я с этой карты Еву точно не отпущу. Это вот все, это не моя надо. Цель. Я живу ради этого. Ой, нашла компьютер. Всё. Ладно, спасибо. Пожалуйста. Ой. Ребята, убегайте. Нет, ребята, не убегайте. Что, Ёша не уходит? Серьезно, не шучу, убегайте. Нет, не убегайте. Бросьте меня, убегайте. Нет, ребята, не убегайте. Мы тут всех спасали на самом деле. Да, всех, надо всех спасти. Не верьте, убегайте. Надо спасти всех. Убегайте. Так, сейчас, секундочку. Мы просто хотим сделать, чтобы все было классно. Давайте, я тоже очень хочу так. А можно как-то Ёшу из диалога выкинуть и поговорить? Ах ты, выкинуть. Он меня караулит. Меня из диалога хочет. Все, это... Вы мне не поможете. Заявочка. Уходите. Ладно, это заявочка. Да. А ты где? Что ж такое-то? А я тебе не скажу, где я. Добрый вечер. Добрый вечер. Пока-пока. Нет, я сказал о своей цели, Ева, я сказал. Все, с этой карты. А, я же говорю, уходите. Стоп. Уходите. А кто это у нас там? Это Ульяна у нас тут, да? О, Ульяна. Боже, девчонки, нет. Ульяна. Нет, у меня здесь. Так, что же? Ева здесь нет. Ева, назад, Ева. Так. А вы же понимаете, да, что как бы я тут с двух сторон караулю. Там тупик. Притаился, так сказать. Девочки, оба выхода открыты. Я открыла оба выхода, убегайте. Это им не поможет, честно говоря. Мы не можем, у нас караулит. Лана, помоги. А что это мы тут хотим? Легче сдаться, девочки, легче сдаться, вы понимаете? Что? Эх, нет! Ладно, я тут караулю тут, притаился, так сказать. Я вижу тебя, между прочим, вижу. Смотрите, выживет кто-то один. Ну, оба выхода открыты, девочки, оба выхода. Бегай. Упрыгала от меня, упрыгала. Ладно, ничего страшного. Убегайте. Ну, нормально. Убегайте, серьезно, я уже умираю. Все. Нет, Ева. О, нет. Я же говорю, убегайте. Опа, Ульяна, здравствуйте. Нет, Ульяна, нет. Нет, Ульяна тоже теперь умирает. Все, Ульяна не выживет, Ульяна. Ульяна, оба выхода открыты. Да в смысле? Он меня не хочет отпускать. Ну-ка, стоп. Где ты? А, вот. Так, Лана, а ты где? О-хо-хо, Лана. Лана, здравствуйте, Лана. Ульяна, уходи. Ульяна, уходи. Ульяна, он отвлекся на меня. Ульяна. Я не успею. О, вот ты дверь за мной закрыла. Теперь тебе не уйти. Я думаю, я не так говорила. Да попасть. Закрывай! Да попасть! Ну-ка! Уходи! Да стоп! Ульяна, а почему уходи. У меня нет бега? Нет бега! Ура! Ладно. О, ну, с другой стороны, миссия выполнена. Вот Ева меня убивала, я убил Еву. Все, это нормально. Я тебя ловила только, я тебя не убивала. Да, Ева даже тебя ни разу в капсулу не смогла посадить. А меня ты убил! Если бы ты могла, ты бы убила. Ева, не расстраивайся, ничего, будешь ловцом в следующий раз и всех можешь убить, все, не плачь. Хорошо, первым я затащу Ёши. О, ну в смысле? За ним охотиться до конца. Все, это будет вражда теперь кровная просто, то есть мы будем в этой игре по очереди убивать друг друга постоянно. Все хорошо, я согласен. Хорошо. Да, ну что, ребята, если вы хотите на это посмотреть, то подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока! 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 Пока!